Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня я хотел бы показать, как можно перевести дату и время на Mercedes W211. Так, для этого нам нужно выбрать вот этими кнопками меню. Листаем. Выбираем вот такое меню, затем вот стрелочками выбираем меню дата, время, затем стрелочкой клацаем, раз, два, так, вот у нас время стоит, вот 16:19 показывает, нам нужно перевести время на час вперед. Для этого плюсиком на другой стороне руля плюс-минус есть, берем плюсиком, добавляем 1 час, получается 7, перевели время на час вперед, и нажимаем кнопку reset, вот она здесь слева находится. Оп. Так, и часы пошли переставляться. Вот они вращаются, стрелки. Ждем, пока у нас переставится время на час вперед. И дальше идет у нас дата. Можно выставлять дату. Здесь выставляем дату. Тоже плюс-минус. Там листаем плюсиком вверх-вниз. Плюс и минус. И выставляется дата. Дата, месяц и год. Все. И ждем. Тем временем стрелочки становятся на выставленное время. Оп, и стрелочка остановилась. 17:20. Вот такой вот короткий обзорчик. Надеюсь, мое видео будет вам очень полезно. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.